Для любителей литературы сегодня есть прекрасный повод перечитать любимое произведение. 23 апреля во всем мире отмечается День книг и авторского права. И хотя считается, что сейчас наступило время гаджетов и электронных технологий, тем не менее печатные издания по-прежнему не пылятся на полках. Какие жанры и авторы на сегодня популярны у читающих лонгипасцев, прямо сейчас узнаем. Я люблю фантастику в виде комиксов. Это мне нравится читать, поэтому я ее и читаю. Люблю читать книги жанра фантастика. Одного автора не могу выделить. Всегда читаю разных. И не только по школьной программе, иногда сам по своей инициативе беру что-то свое. У меня маленькие дети. Вот. И часто я им читала сказки Александра Сергеевича Пушкина. Им очень нравилось. Сказки, стихотворения его. Вот. А сейчас они уже подросли, и начинаем читать мы уже старшую классику Александра Сергеевича Пушкина. Ну, конечно же, наших русских писателей. Обожаю Достоевского, перечитала все его произведения, считаю, что шедеврально все написано. В настоящий момент больше всего мне интересны произведения современных авторов. Я люблю прозу российских авторов, фантастику зарубежных авторов. И сейчас, так как я работаю в детской библиотеке, мне стало интересно детская фантастика и детская современная проза. Оказывается, то, что сейчас пишут современные писатели для подростков, это очень интересно. За века существования книг, начиная от рукописных и заканчивая электронными, они прошли путь от сокровища, доступного лишь немногим, до привычной вещи в личном пространстве каждого человека. Чтение книг – это одна из наиболее полезных и ценных привычек, которая может оказаться влиятельной на весь наш жизненный путь. Независимо от того, какие книги вы читаете – фантастику, детективы или исторические романы – чтение помогает расширять общий кругозор, улучшает память, развивает умственные способности и даже способно изменить нашу жизнь. Первое и главное, что дает чтение книг – это расширение словарного запаса и лексикона. В 2024 году поздравить с Днем книг и авторского права можно библиотекарей, писателей, журналистов, сотрудников книжных магазинов и издательств, а также всех любителей книг и чтения. Сара Тураева, Виталий Крылович, «Наши города».